Ну, я ожидаю, чтобы и Хорватия, и Украина прошли и попали на чемпионат мира в России. Это мое желание, я надеюсь этим. Завтра будет тяжелая игра. Хорватия перед Боленчиком, а 2 года мы не играли перед полным стадионом. Завтра Хорватия будет играть перед полным стадионом. Украина после этого Евро стала лучше. Видно, что Шева делает хорошую работу. Это такой процесс. Но я думаю, что есть у Хорватии чуть-чуть больше шанс, но футбол есть 90 минут, завтра посмотрим. Вы сейчас приехали к сборной Украины. Может, какие у вас тут есть друзья, приятели, коллеги? С кем в первую очередь сегодня встретились? Я переписывался с Ермолом, что увидимся. Играли долго вместе, тоже со Шевом. Шевом играл 2 года в «Динамо». Так что хочу увидеть их и поговорить чуть-чуть, и все, пустить, чтобы они спокойно готовились завтра к игре. Да, уже более официально говорят не Шева, а Андрей Николаевич. Ну, он мне остался как друзья, когда играли в Шева, так что я, Андрей Николаевич, все равно, я ему желаю удачи, желаю, чтобы сделал хороший результат. И я сказал, что видно, что после этого Евро, который плохо был за Украину, видно, что пошло лучше, и я ему желаю всего хорошего. Несколько слов еще для болельщиков из Украины. Что можете пожелать тем людям, которые помнят вас еще на футбольном поле, в футболке «Динамо»? Я всем болельщикам «Динамо» и всем людям, которые живут в Украине, желаю первый мир, чтобы в Украине было мирное небо, как сказать. И в Хорватии это все прошло, я это знаю, как это было у нас, и желаю, чтобы вернулось назад все, как было раньше, и в жизни, и в футболу, и желаем всего хорошего, и много удачи.